Всем привет! Недавно я показывала в покупках канцелярии вот такую вот раскраску. Я люблю раскрашивать Новый год. И хоть сейчас не Новый год, но все же многие попросили меня показать более подробный обзор этой раскраски. Она небольшого такого формата. Знаете, удобно, когда вот так хочется минут 5-10 отдохнуть, что-то пораскрашить, а не начинать какую-то большую масштабную работу. Это как раз раскрасочкой подойдет. Здесь рисунки односторонние, что очень удобно. И, как кстати, эта раскраска как раз сейчас появилась в интернет-магазине «Читай город». Когда я ее заказывала в интернет-магазине, я забирала ее последней. И какое-то время их не было. И вот сегодня я зашла, обратила внимание, что они есть в наличии. Так что, если вдруг кому-то нужно, то поспешите, пока не разобрали. Кстати, стоит она в интернет-магазине, по-моему, 111 рублей. Я считаю, что недорого. Но книжечка проклеена, то есть не прошита. Такая вот картонная у нее обложка. Такая не сильно плотная, но и не сильно тонкая. И с обратной стороны тоже. А страницы односторонние, с обратной стороны просто повторяющиеся орнаменты. Их, по-моему, 4 или 5, они повторяются, орнаменты. И, кстати, я сегодня была и в обычном магазине «Читай город» и обратила внимание, что есть раскраска «Маруса Солнца», точно так же Ксения Громова, художник, как и здесь. И обратила внимание на то, что рисунки совпадают, то есть это получается мини-версия книги «Мороз и солнце». Я до этого не знала, и вот чисто случайно сегодня решила полистать «Мороз и солнце» и обратила внимание, что они повторяются, картинки. Но там, конечно же, раскраска большеформатная, и рисунки эти увеличены. Ну, а здесь маленькие, аккуратненькие. Ну и давайте же полистаем. Так, сколько у нас здесь иллюстраций всего? 51 иллюстрация. Ну, давайте же посмотрим. Я люблю раскрашивать Новый год. Ксения Громова, художник. Так, это у нас издательство «Эксмо» 16-го года. Раскраска не очень свежая, но так как меня попросили снять подробный обзор, я, конечно же, пошла вам навстречу. Некоторые, конечно, картинки довольно-таки простенькие, ну, а некоторые такие можно посидеть, красиво раскрасить. Я вот одну пораскрашивала. Специально потестировала здесь фломастеры «Каляка-маляка» с блесками. Такие вот они. Не знаю, надеюсь, вам видно, что вот они вот так переливаются. Мне понравилось ими раскрашивать. Прям раскрашивала буквально, может, минут 10 от силы. Вот так переливается. Чуть-чуть, немножечко они проступили на эту сторону, но так как рисунки, можно сказать, односторонние, это не столь важно. Такой вот пряничный домик. Здесь как есть прям новогодние, такие зимние, а есть вот, например, просто такой из узоров, как я понимаю, наверное, волк. А есть вот именно снежиночки, игрушечки, снеговички, колокольчики. Медведь, вот видите, тоже как бы не совсем он новогодний. Можно как вам нравится раскрасить гелевыми ручками, или фломастерами, или карандашами. Вот такое вот дерево со снежинками. Ангелочков здесь несколько. Ну, тоже как бы ворон, да? И здесь такие вот игрушки. Как типа морозного узора можно на окне и как сосулечки. Ну, что-то типа того изобразить. Вот, кстати, окно и морозные узоры. Птичка вот тоже не со... Ну, можно, конечно, ее, знаете, я вот ее вижу, типа, как под гжель раскрасить. А может быть, какая-нибудь другая идея придет. Ну, игрушечки здесь есть очень симпатичные. Я ее сильно не раскрываю, чтобы она у меня не заломилась и не начали выпадать со страницы. Маска такая вот тоже интересная. Видела, по-моему, Маша раскрашивала. Маша... Маруся, по-моему, называется канал. Если неправильно, то прошу прощения, если вдруг я ошибаюсь. Видела тоже, у нее красиво так получилась эта маска. Тоже вот видите, немножечко по-другому этот волк сделан. Там по-другому узоры, а здесь другое. Зимняя одежда. Вот такой вот веночек рождественский.
Пингвины. Тоже вроде как не совсем зимние. Ну, тоже интересно. Снежинка. Птички. Коньки. Ну, вот конек. Рысь. Не совсем как бы зимняя. Вот они, вот эти снежинки, они похожи между собой, но все-таки у них отличия есть. Подарочки, самки. Такая простенькая, но в то же время, мне кажется, миленькая. Раскрасочка, вот еще один ангелочек. Они немножечко отличаются друг от друга. Отдыхалочка. Это раскраска, просто отдыхалочка. Лошадка. Вот такие вот игрушки. Лисичка. Кстати, вот вообще листы довольно-таки плотные. Белые листы и такие, как довольно-таки гладкие. Лиса. Елочка. Пряники. Еще один ангелочек. Вот смотрите, такая вот игрушечка, похожа с той, которую я раскрасила, да, вот смотрите. Похоже, но не совсем, то есть немножечко все равно. Вот здесь вот даже добавлено, а здесь нет. То есть вот так. Похоже, но не совсем похоже. Все равно различия есть. Снеговичок такой веселенький. Подарочки. Ну вот кто-то, если, например, пожелает, можно гелевой ручкой вот с этой стороны тоже раскрасить. А тут вот они, одежда попадается, новогодние флажки, игрушечки вот с этой стороны, снежинки. Например, раскрасить с одной стороны, ну, то есть потом они уже будут повторяться, можно не раскрашивать. Здесь такие елочки и подарки. По-моему, дальше повторяются, да. И дальше повторяются. Так, подарки. Такие вот игрушечки. Тоже похожая была, но это тоже не то. Тут уже другой конек. Вот такой вот олень. Тоже ангелочек. Другая немножечко маска. Снежинка. И все. Вот такая вот раскрасочка. Ну и надеюсь, вам мой обзор понравился. Если понравился, то, конечно же, ставьте лайк. Мне всегда приятно, когда вы ставите лайк, значит, вам точно видео понравилось. Пишите комментарии. Если вдруг у вас есть какие-то вопросы, задавайте вопросы. Всегда с удовольствием отвечаю. Ну и всем пока. До новых встреч.